Всем привет! В этом видео с вами полистаем каталог распродаж осенний Флоранж. И действует этот каталог с 10 сентября аж по 20 января. Октябрь, ноябрь, декабрь, январь целых 4 месяца будет действовать артикул 91058. Но у меня этот каталог мне предложили за 35 рублей в промо-акциях, когда я оформляла заказ. Я решила купить его и посмотреть повнимательнее, что же здесь есть. Потому что в прошлый раз я каталог не брала. Мне кажется, много чего пропустила с самого начала распродажи. Но на этом развороте я ничего себе не подобрала. Пончо я не ношу. Сумки эти я не люблю в таком стиле. Поэтому переворачиваем страничку. Единственное, да, что бы мне хотелось, чтобы в этом каталоге были все-таки зачеркнутые цены. Написано распродажа до 65%. Я так понимаю, она касается этой страницы, но я не вижу на что. Например, сумка 4999 и скидка 65%, ну явно не для этой цены. Сколько же она тогда стоила, да, если она сейчас стоит 5000? Ремень 999, пончо 2500. Девчонки, ну было бы понятнее, да, для нас, если бы указали размер скидки на каждую вещь. Ну это бы, по крайней мере, было и немного честнее, чем просто так написать. Вот скидки до 55%. Опять же, на что? Ну вот, кстати, с этой страницы я себе приглядела косметичку Image. Она, может быть, выглядит даже как клатч. Размеры 22 на 14. Мне кажется, она состоит из пайеток. И можно будет ее куда-нибудь с собой взять в кафешку, там на день рождения кому-то, если пойдешь. Я ее себе заприметила. Сумку я такую не хочу, стеганую. Я не люблю в таком стиле. Вот эту сумку я видела в программе накопительной, можно было обменять ее на баллы. А дальше ремень. Вот этот ремень я бы хотела, но мне тоже не с чем его надеть. Мне кажется, это должно быть серое, черное платье, однотонное, какое-нибудь даже трикотажное, которое просто украсит вот этот ремень, но пока мне его не с чем надеть. На этой страничке тоже у нас три сумки. Вот эта точно была при обмене на баллы, но серый цвет я такой не люблю, поэтому не буду ее ни покупать, ни обменивать. А вот шарф мне приглянулся. 1200 рублей у него цена, 184 на 70. Это такой палантин. Даже не шарф, а палантин. На девушке вот здесь показано, как его носить. Я, честно говоря, так не буду точно носить. Я не люблю, когда вроде деловой стиль, сверху этот шарф. Я его возьму, ну, если возьму, да, для того, чтобы на работе немножко укрыться, когда становится прохладно. Чтобы не кофту, бывает, что и ты одет так, что кофту не наденешь на себя, а что-то хочется накинуть на плечи. И практически подо все подходит такая расцветка. Здесь есть и бежевый, и серый, и темный оттенок. И достаточно он большой, чтобы можно было и через шею, наверное, перекинуть. В общем, я рассматриваю этот вариант как такой, чтобы его можно было заказать себе. Кстати, вот эта сумка указана кожаная, а вот эти две из эко-кожи. Ну и клатч, кстати, вот этот симпатичный клатч, можно тоже его посмотреть. 1200 со скидкой 20%, которая действует, если вы зарегистрированы на сайте Faberlic, если у вас есть номер консультанта. Будет еще скидка 20%. Такой клатч, мне кажется, очень даже симпатичный. Цена на него будет невысокая. Если скидки у вас еще нет, проходите по ссылке под видео. За 2 минуты оформите себе эту скидку. И лично я буду вашим помощником. Так, на этом развороте мы видим мою сумку. Я под видео ссылочку оставлю на обзор на эту сумку. У меня она есть, я ее выменила на баллы. И тогда она в каталоге была 6500. Эмилия, 6500, здесь 4999, то есть я вот просто знаю цену этой вещи первоначальную, здесь действительно 1500 скидка на сумку, еще минус 20% будет, и можно будет ее приобрести, это получается минус 20%, минус 1000 рублей за 4000 натуральная кожа. Ну, подробный обзор посмотрите. Эта сумка тоже была в программе обмена баллов, по накопительной программе. Но я очень долго думала, удобно ли ее расстегивать. Если у кого-то есть, напишите, удобно или нет. Мне кажется, что не очень удобно. И я все думала, брать, не брать. В результате, когда я сомневаюсь, я не беру, я не взяла. Вот эту сумку я бы купила. Но 6999, 7000, это, ну, дороговато, честно говоря. Я не знаю, есть ли она в программе
Можно ли на бал ее выменить, я посмотрю. Ну, а так в целом мне нравится. Она чуть-чуть поменьше, я посмотрела по размерам, чем моя. Но, в принципе, я люблю такие большие сумки и с удовольствием бы с ней походила. Шарфы. Большое разнообразие. Цена в основном 799 рублей. Здесь есть какие-то подороже, но они и размер... Нет, кстати, размеры примерно одинаковые у всех. Но не знаю даже что. Вглядывалась, пыталась понять, с чем бы я их носила. Ну, пока ни с чем. Пока у меня есть снуд, шарф потеплее, эти не знаю, с чем носить. Здесь тоже у нас шарфы, ремни. Ремень. Вот я не знаю, они из чего. Надо, конечно, посмотреть. Вот этот ремень я бы, может быть, купила. И вот этот. Ну, нужно смотреть состав. Бижутерия. Ну, что касаемо бижутерии, тут я ничего себе не присмотрела. Хотя, вроде как, много нравится. Ну, начинаешь вглядываться, начинаешь примерять к себе. Вот просто, да, в голове. И понимаешь, что, ну, не будешь ты это носить. Ничего вот это вот я носить не буду. Мне понравилось кольцо и серьги. Ну, как-то я не знаю, как за бижутерию отдать такие деньги. Я, честно, лучше куплю серебро. Поэтому даже несмотря на то, что здесь огромные скидки, я просто видела, сколько это стоило раньше. Да, действительно, здесь были цены, наверное, умножимые на 2. Сейчас это все дешевле, но все равно это не мое. Причем я даже покупала кольцо... Заказывала флоранж. Я в этом каталоге его не нашла. Но опишу вам. Оно состояло из трех рядов. И они были каким-то образом переплетены. Там никаких камней, ничего не было. Пришло это кольцо в желтом золоте. И, девочки, его просто... Оно просто выглядело рублей на 50. Я его тут же вернула. Я даже не донесла его до дому. Не стала делать обзор. Потому что, ну, оно... Оно вообще не соответствовало той цене, что-то рублей 600, наверное, оно стоило. Я просто поняла, что не надо даже вам показывать, и не стала. Вот это колье тоже стоило дорого. Я очень хорошо помню, у меня был каталог Флоранж нераспродажный, и я помню, оно было очень дорогим. Вот эта брошь мне нравится, но мне почему-то кажется, что когда я начну носить броши, тогда я превращусь в бабушку. Не знаю почему. Мне нравится и бабочка, я бабочки очень люблю. Мне нравится вот эта роза. Но я серьезно говорю, я если представлю, что я надену когда-нибудь брошь на платье или на блузку, все, я превращусь в бабулю. У меня прям такая ассоциация. Ну, я не хочу обидеть никого, кто носит брошь. Это очень красиво, но я вот почему-то так ощущаю это на себе. Очень красивое кольцо. Здесь, видимо, розовое золото. Ну, опять же, его пару раз надеть 799 рублей. Бижутерия, безусловно, красивая. Бижутерия качественная. Но вот желтое золото, сразу вам скажу, смотрится не очень дорого. Так, ну вот, дошли, наконец-то, до нижнего белья. И здесь я увидела на задней обложке вот этот комплект. Решила, что мне не жить без него. Решила заказать себе ровно в таком виде. Обратите внимание, что представлена модель, например, только верх и низ. А справа от нее описание. Здесь уже различные варианты того, чем можно это дополнить. И сразу указаны размеры, которые будут в наличии. Не все размеры в наличии. Тоже обращайте на это внимание. Сразу в каталоге понятно. Например, смотрите, вот бюстгальтер, особая поддержка, 1299 рублей, 85C. Все, для больших размеров, вот у этой модели есть только 85C, других размеров не будет. Здесь я планирую заказать 75B и трусики-слипы размер M. Возможно, вы сейчас скажете, что мне бы и S было достаточно, но я не люблю, когда что-нибудь пережимает. Мне надо, чтобы ровненько все здесь сидело и... Поэтому я буду заказывать чуть побольше. Я люблю вообще гладкое белье. Гладкое, чтобы не было никаких кружавчиков вот таких, чтобы ничего не выпирало через блузку. И я люблю, когда белье белое, бежевое или черное. Вот такая я не очень в этом плане интересная девушка. Ну, вот этот комплект мне тоже очень понравился. Причем, если раньше я носила пушапы вот такого примерно, стиля модели бюстгальтер, то сейчас меня тянет именно на балконеты, на эту форму. Здесь тоже есть 75B, здесь тоже есть трусики слипы M. Скорее всего, этот комплект закажу вместо черного. Черное белье я ношу.
Ну, а здесь у нас корректирующие вещи. Лиф-бандо у меня есть, я не знаю, почему он относится к корректирующим. У меня он в размере M, я делала на него обзор, показывала. И вот тут недавно сравнивала его с китайскими двумя бандо. Носила, нормально, никаких нет к нему нареканий. Решила попробовать заказать вот этот бюстгальтер. Бюстгальтер. Терпеть не могу так произносить. Без косточек бежевый, в размере M. У меня бандо в размере M, и здесь тоже M. Я, скорее всего, попробую заказать. Иногда не хочется, чтобы косточки какие-то... Вот уже все, наступил такой возраст, когда раньше вот я терпела все. И узкий, и тот, который колется и чешется, все носила, лишь бы красиво было. Сейчас мне нужен комфорт. Поэтому я хочу заказать вот такую штуку и попробовать поносить. Как раз мой размер есть. Это я прям закажу и попробую примерить и вам показать. Ну, вряд ли на себе. Вы мне тут писали, ну, почему не на себе. Девчонки, ну, не знаю. Я, по крайней мере, не готова показывать нижнее белье на себе. Купальники тут в Инстаграм выложила. Это и то для меня просто большая победа над собой. Ну и дальше корректирующее белье. Вот смотрите, здесь есть два вида боксеров завышенной талии, то есть можно и животик подтянуть, и бедрышки подтянуть. Я не очень поняла, в чем разница. Здесь они просто нарисованы, здесь еще как будто бы какие-то дополнительные шовчики сделаны для подтяжки, я думаю, так. Цена на 200 рублей, у них есть разница. Посмотрим, я все время думаю, взять, не взять, нужны, не нужны. Мне одна очень стройная женщина посоветовала, сказала: Марин, не мучайся, купи, и под платье наденешь, и все, и у тебя просто идеально все будет. Я все время думаю, все время денег жалко. Вроде так редко бывают такие моменты, когда нужно это надеть, но когда нужно надеть, у тебя этого нет. Поэтому, может быть, решусь и возьму, но какие из них пока еще не решила. Ну и смотрите, здесь есть и платье корректирующие, в общем, различные варианты. И опять же, здесь указаны размеры, какие будут. То есть, например, вот такого варианта LXL, то есть маленьких размеров изначально не будет. Ну, вот это вот моя тема. Это моя тема, это то, что я больше всего люблю. Без кружева, без каких-то лишних деталей. Все гладенькое, ничего не будет выделяться. Посмотрим, попробую, начну с какого-нибудь одного оттенка, ну, скорее всего, с бежевого. Потом посмотрим, может быть, еще прикуплю себе парочку. 899 минус 20%, это будет просто даром. Здесь предлагают домашние образы, и для меня это все-таки больше как пижамки. Я не знаю, вот я для меня домашняя одежда, это та, в которой я могу открыть дверь, не стесняясь, и когда придут... Ну, допустим, нежданные гости или соседка постучалась, да? А выйти вот так в кружево, я не знаю, или в атласном в чем-то. Ну, это для меня уже просто одежда для сна. Ну, я одежду для сна, ну, это обычно у меня какие-нибудь маечки, ну, что-то подешевле, 500 рублей. Дороговато, поэтому я не знаю. Я не знаю, куда вот такие маечки носить. Расскажите, пожалуйста, потому что я смотрю, очень все красиво, но куда это носить? Подо что? Или... Вообще, когда это носить? Я, честно, не представляю в жизни ситуацию, когда бы я это смогла надеть. Дальше. Опять пошли у нас... Там были комплекты, здесь просто верх. Ну, из этого что? Вот мне понравился бюстгальтер. Бюстгальтер. Перл. 899 рублей. Тоже будет мой размер. Какой-то зеленоватый у него оттенок. Ну, перл, видимо, перламутровый. Будет все остальное. Здесь ничего меня не привлекло. Дальше смотрим. Здесь все кружево. Вот такое белье тоже. Я такое тоже не знаю, подо что носить. Это должны быть какие-то все время темные вещи, из-под которых ничего не будет видно. Теперь пошел низ. Я понимаю так, что они не сочетаются. Это не комплекты и... Ну, приблизительно, наверное, можно что-то будет подобрать. Ну, в точности вряд ли. Здесь я тоже пока ничего не планирую брать. В основном здесь стринги. Вот я смотрю, а спереди вроде бы как обычные слипы выглядят. Начинаешь читать стринги. Трусы, слипы, танго. Вот это танго, да, у нас. Тоже люблю хэбэшки. Самые простые хэбэшечки, чтобы они... нигде не жали, не перетягивали. Такие бы взяла, но смотрю, стринги написано. Все, стринги я не ношу вообще.
На этой страничке спортивные образы. Мне очень понравился такой бирюзовый цвет. Я спортом не занимаюсь, предложу дочери. Возможно, ей понравится или футболочка, или маечка. Понравится, обязательно куплю. Здесь есть эско маечка, футболки, кстати, нет, не куплю ей. Ну и леггинсы эско есть, хотя ей, наверное, нужно XS. Я больше заинтересовалась вот этими леггинсами. Смотрите, 399 рублей, только XS размер. Видимо, тоненькие какие-то леггинсы по типу термобелья, наверное. Натуральный ультрамягкий материал, сохраняет тепло и в солнце, и в снег. Но мне кажется, что здесь есть кружавчики. Вот это обязательно нужно посмотреть, она у меня с кружевом в жизни не наденет. Ну и пошло мужское белье. Здесь есть кальсоны тоже очень большого размера, футболка только эско. Майки, боксеры, слипы не представлены, но прочитайте, что здесь будет. Ну и футболки мужские, брюки домашние тоже выглядят как кальсоны. Я не люблю, когда мужчины в таких брюках ходят. Вот лично мне, пусть он лучше в каких-нибудь шортах легких ходит. Так, ну а тут что у нас? Детская для мальчика. 4 года 6 лет, все, нам уже 7, даже не буду экспериментировать. Ну и самая-самая секси страница, это последний разворот. Здесь бюстгальтер с мягкой чашкой, я, смотрите, приучаюсь говорить это слово. Здесь переводная татуировка какая-то соблазнительная, видимо. Кружевные, ну не митинки, митинки, митенс, это вообще на по-английски варежки, митенс. Почему пишут теперь митинки, я не понимаю. Почему не написать, что это перчатки с отрезанными пальцами? Ну, не знаю, я вот не люблю вот это, когда так пишут. Туфельки, трусики танго, неглиже. Раньше еще была маска для лица, сейчас, видимо, все это продали. Ну и еще раз, артикул 91058 действует с 10 сентября, готовимся, скоро-скоро уже стартует. И быстренько начинаем заказывать, потому что махом все ходовые размеры уходят. Если скидки у вас до сих пор нет, проходите по ссылке под этим видео, регистрируйтесь за 2 минуты, никаких супер секретных данных от вас персональных не требуется. Я буду вашим помощником при оформлении заказов. Ну и... будете покупать только то, что вам хочется, когда вам хочется, никто вас ничего заставлять продавать и покупать не будет. Это мой основной принцип в работе. Всем большое спасибо за просмотр. С вами была Марина Соловьева. До новых встреч. Всем пока!